Около 10 тысяч украинских компаний являются потенциальными участниками Экспо-2017. Для них национальные организаторы подготовили разные предложения. От простого посещения выставки до лоббирования интересов компаний. Подробнее об украинской информационной кампании Экспо-2017 в нашем сюжете. Последние 5 лет участие Украины во всемирных выставках Экспо было по большей степени формальностью. В этом году национальные организаторы и распорядители намерены исправить ситуацию и подготовить команду достойных участников, которые продемонстрируют потенциал Украины в сфере энергии будущего и привлекут в страну новые инвестиции. 6 вариантов участия в Экспо-2017 на любой вкус и кошелек подготовили для украинского бизнеса. Стоимость предложений стартует от $100. Один из недорогих, но привлекательных способов поучаствовать в выставке заочно. Для этого национальный распорядитель, Торгово-промышленная палата Украины, создает виртуальную базу участников. Для того, чтобы как можно шире представить Украину на этой выставке, мы создаем информационно-поисковую систему, в которую будут включены материалы многих предприятий, имеющих наработки в области энергетики будущего, в том числе и материалы по тем регионам и предприятиям, которые желают получить инвестиции, в том числе, очевидно, и с участием казахского капитала. Особенно интересно и полезно предпринимателям будет поучаствовать в Национальном дне Украины, запланированном на 15 июня, говорят организаторы. Мы дуже сподіваємося, що український бізнес. Мы очень надеемся, что украинский бизнес активно примет участие в бизнес-семинаре, который запланирован в рамках Национального дня. Потому что это очень хорошая возможность презентовать украинские наработки и инвестиционные проекты. Экспо – это то мероприятие, которое сыграет ключевую роль в формировании этого рынка в ближайшие годы. Я в этом уверен, и именно поэтому Украина должна принять участие в этом мероприятии на самом высоком уровне. Еще одна важная задача – привлечь внимание украинского туриста к Казахстану. За последние 2 года их численность снизилась вдвое. Для того, чтобы исправить ситуацию, в Киеве при содействии посольства Казахстана в Украине устроили роуд-шоу для туроператоров, куда пригласили и экспертов из Казахстана. Международная специализированная выставка – это тот турпродукт, который украсит любой турпакет любого туроператора мира, и в том числе наших украинских друзей. Здесь мы с украинскими туроператорами, с 2 туроператорами мы сотрудничаем пока, но мы сегодня видим зал полный. Интерес туроператоров к Казахстану, к Экспо-2017 растет. Встречи с представителями бизнес-кругов, потенциальными участниками Экспо-2017 в Украине проходят регулярно. С каждым разом они становятся все более массовыми. Анна Панащук, Михаил Мищенко, специально для Хабар-24, Киев, Украина.